Из-за снега у меня вся одежда отсырела. Замечательно. Даже если Регала выиграет эту битву, я не признаю ее власть. Ни шагу ближе. Тынакт не потерпят чужеземцев на землях кланов. Шериф Фашаф даровал мне право прохода. Я вам не враг. Волосы цвета крови. Эта воительница победила Груду, лучшего воина Регалы. Не нам решать о ее жизни. Можешь пройти. Но берегись. Мы все видим. Буду иметь в виду. А вот и скальный гряж. Каталла ждет меня где-то здесь. Но сперва лучше осмотрюсь. Не хочу признавать, но Регала довольно умна. Я исчезла. Она знала, что большинство шерифов будет на посольстве. Кого там не было, потом попали туда. Может, в следующий раз ты что-нибудь? Вы же просто смотрели. Это Каталла. На что он смотрит? Земка. Серьезно? Тебе ничего не нужно?
тоже приручали машины? Мятежники? Не особо полезные. Их машины отличались от тех, какие мы встречаем сейчас. Их секреты пропали вместе с ними. Да, все бы. Долину наводнили мятежники Регала. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. На одних ездят, других пасут, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждет очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к Валу, чтобы ты поговорила с Текоте. Был бы от этого толк. Не спеши. Мне нужно знать кое-что еще. Был бы еще от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Текоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Только поэтому я и стою тут сейчас и говорю с тобой. Почему ты уверен, что Текоте не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только свое шипение. Да брось, это все, что ты скажешь. Хикаро говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи все, что знаешь. Текоте хитер, мелочен и мстителен. Хвати у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись за валом. Тянет время и ждет, что его враги ослабят друг друга. Этого достаточно? Пока да. Что это за место? Скальный кряж был военным форпостом во время войн кланов. Его цель — охрана входа в долину и наблюдение за происходящим внизу. Сейчас из него наблюдают за войсками Регалы. Жаль, у нас не хватает солдат, чтобы не просто наблюдать. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы, без сомнения, еще не раз встретим воинов Регалы по пути. Придется пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Давай не будем тянуть. За мной. Предположим, вождь добьется своего. Я не пускаю, солдат. Как бы ты убедил Текоте отправить претендентов? Никак. И все же? Тенакт уважают сильных воинов и надежные клинки. Кто не сражается, бесполезен. Ну, мы с тобой бывалые бойцы. Правда, не хотелось бы это доказывать. Значит, вся эта долина принадлежит небесникам? Да. Клан защищал ее много поколений. От кого? От других кланов Тенак. И даже от Ках. Давно. Нужен урок истории? Поговори с духовниками. Когда ты ушел из рощи, как ты узнал, что я соглашусь помочь Хикару? Когда вождь желает кого-то убедить, у него получается. Там мятежники. Ковыряются в какой-то машине. Нападем или обойдем стороной? Выбирай.
Ну же, давай! Не стой на пути к нашей цели! Мятежники собирали детали машин. Может, они нужны для перехвата. А ты, Котта, бездействует? Зачем что-то делать, если есть бал? Я вырос за этой стеной. Но легко поверить в абсолютную безопасность. Ничего необычного не было. Прихвостни Хикары не посмеют на нас напасть.
скальном кряже ты сказал, что мятежники уже давно снуют здесь. Они заполонят всю долину, а Текота так и не поймет, что он в меньшинстве. Если бы речь шла не о клане, я был бы даже рад. Текоте пора проучить. Ясно. Что ж, может, удастся его уговорить. Уговори гору сдвинуться. Ну вот, это вал. Сообщи, когда подготовишься, и я представлю нас. Эй, ты! Шериф требует встречи с предводителем клана! А разве шерифы еще остались? Мы защищаем путь на гору. Где крылья десятых найдут нас? Ладно, шериф. Я спущу подъемник. Зачем он пришел чужеземку? Ужасная рана. Пришли из-за Кульрута. Честь и сила Каталла. Но не думай, что я буду тебя жалеть. Хорошо. Да уж, как они нам рады. Чужеземка и шериф Калека. То еще зрелище. Все как там, где я росла. Так и не решила, что хуже. Когда меня сторонились или когда стояли и глазили. Мы пришли к Текоте. Впустите. Вернулся сын клана Небесников. Во славу десятых. Твой вождь приказал немедленно отправить участников на Кульрут. Мы прибыли, чтобы сопроводить ваших до рощи в безопасности. Ясно. Регалла сильно потрепала вождя, раз ему пришлось прислать вас двоих. Она сразила груду лучшего воина Регаллы на посольстве. Она билась с честью. Мне хватило ума держать солдат в стороне. Вот и сейчас предпочту оставить своих дома. Если уж драться, то здесь, за родные стены, за наш клан. Стена не защитит вас. Регалла умеет управлять машинами. Они уже у ваших дверей. Да знаешь ли ты, сколько битв выдержал вал? Эти камни видели много крови. Я знаю, что он не должен был стать щитом для труса.
Когда-то ты был воином. Когда-то. Передай Хикару, со всем уважением, мы оставим наших участников дома. Ведь здесь, за валом, мы в безопасности. Я предупреждал. Говорить с ним бесполезно. Придется его убить. Будет нелегко, вокруг его люди. Ты вообще слушаешь? Ведь здесь, за валом, мы в безопасности, сказал он. Жди здесь. Надо осмотреть эту стену поближе. Что? Зачем? Это не покинет тебя честь. Ищи истину в битве. Стена может быть и не такой прочной, как считает Дэгут. Надо спуститься к основанию и осмотреть ее. Во имя десятых. Ты близко не. Слышали, Вайты? Даже не близко. Ходи, торгуй. Отшили тебя, чужеземка? Еще посмотрим. Мне нужно немного отойти от стены, чтобы ее просканировать. Итак, просканируем стену. Как я и думала, там есть что-то металлическое. Но эти валуны мешают сканировать. Подобраться бы поближе. Но как? Похоже, я смогу забраться на левую часть стены. Рядом с водопадом. Откуда течет эта вода? Вода затекает в стену. Может, на отверстие? Если потяну за валуны, они поддадутся. Сканирую танк еще раз. Ядро питания. Вот бы взорвать его. Но как? Ладно, тут ничего не сделаешь. Надо найти Каталу. Сказал, что он не пошлет участников, пока они в безопасности за валом. Так? Не напоминай. Надо сокрушить вал. Ты там головой о камни ударилась? Я серьезно. В стене застряло что-то из мира притечь.
с ядром питания. Можно взорвать его, но надо пробиться через слой камня и железа. Даже если это и правда, мы не справимся без орудия. Точно. Ты же говорил, что мятежники снимают такие с машин в долине. Пошли. Нет. Я не стану участником подобного безумства. Хикаро приказал помогать мне. Ты ослушаешься его, как тот навозник с горы? Это было грубое сравнение. Возможно, у мятежников лагерь на северо-востоке. А дальше что? Нападем на них на всех вдвоем? Вроде того, да. Мозгов у тебя мало. Зато храбрости. Кстати, вы с Такото так разговаривали. Мне даже показалось, что между вами вражда. Если сработает, может быть, скажу. Ловлю на слове. Мы приближаемся к месту, где видели мятежников. Так, похоже, мятежники раздобыли оружие посильнее. Пожалуй, стоит взглянуть, не найдется ли какой способ победить ту машину. Визор мне поможет. Отряд, подъем! Скоро выдвигаемся! Небесники, паду! Она не любит холод. Они приближаются. Если я попытаюсь вытащить клинок, моя рука к нему примет. Готов! Годится, если выбрать правильный момент. Это баллиста – мощное оружие. Это всего лишь холод. Бывало и хуже. На месте. Сражайся с честью! Я ее нашла!
справились. Кстати, что дальше? По поводу пушки. Нелегко будет тащить до самого вала. Давай. Может, я и калека, но спина у меня крепкая. Знаешь, ты отлично сражался. Не думаю, что мы выжили. Для мятежников выхмышь. Приятно было наконец дать им отпор. Думаешь, орудие правда справится с задачей? Ну, скоро узнаем. Интересно, сугробы будут большие? Мы на месте. Но одного орудия мало. Тебе нужно чудо. Сейчас будет. Так. Сперва отстрелю камни, защищающие топливный элемент. Поглядите, детишки играют в осаду. Надеюсь, вы не оцарапаете мой вал. Слышите? Не позорьтесь, уходите. И оставьте бедную гору в покое. Твой последний шанс, Декоте. Ответь на призыв Хикаро. Ты не понимаешь, это ваш последний шанс. Иди прочь, дикарка, живо. И калеку с собой собери. Ты больше не спрячешься за стеной, Текоте! Придется послушать Хикаро! Нет! Ни за что! Мы ее восстановим! Сейчас же! Вы в безопасности? Вал не может защитить вас от одной пушки! Не говоря уже об армии машин! Единственное спасение для вас — объединиться с вождем против Регалы! Ты сказал, что не пошлешь участников, пока клан в безопасности за этим валом. Придется их послать. Или твое слово ничего не значит?
Отправьте. Не расслышал. Отправьте участников. Я надеюсь увидеть цвета небесников на арене. Отлично, шериф. А что будет с поселением? Научиться жить без своей стены. Это лучше, чем жить вдали от племени и быть пешками в глупых интригах Текоты. Но если переживаешь за них, поговори с Герой, духовницей клана. Она подскажет тебе, кому нужна помощь. Да, я попробую. А мне пора в путь. Хикару ждет новостей. Увидимся на Кульруте. Хорошо. Там нам тоже чудо не помешает. Попробую подняться наверх, посмотрю, как они там. И найду духовницу Герру. Можно еще запастись припасами перед возвращением. Она с нами. Пропустите. Чужеземка, вождь Хикара и шериф Катала ожидают тебя. Кулерут скоро начнется. Когда он закончится, я смогу попасть в комнату под троном Хикару. К эфиру. Странница, вождь ждет тебя на арене, за тронным залом.
Похоже, это путь к арене. Это была другая часть здания, а теперь площадка для боев. Посмотри на них. Они готовятся к битве. Мы сокрушим. Надеюсь, что да. Это пригодится. Элой, похоже, ты сдвинула горы, чтобы повергнуть небесников на землю. Буквально. Катала помог. Да. Текоты поставили на место на глазах у всего клана. Вы отлично справились. Но теперь главное Кульрут. Кто-то пришел сражаться, кто-то посмотреть. Знают, что Регала объявится. Я выполню свою часть уговора, если ты не забудешь о своей. И какой у нас план? Катала. Есть два пути наступления на арену. Через тронный зал и по тропе с севера. Мы везде поставили заслоны, но если Регала приведет на Кульрут машины, ей придется атаковать со стороны тропы. Встанешь с нашей обороной там. Отбей атаку, и у меня будут шерифы. Выполнишь свою часть уговора и получишь обещанное. Если что-то нужно, подготовься. Когда начнется Кульрут, назад дороги не будет. Покончим с этим. Хорошо. Найди Деку у северного заслона среди защитников. Сила десятых с тобой. Встретимся, когда все закончится. Вспоминается твой Кульрут, правда? Да, все было проще. Согласен. Говорят, клинки. На твоих глазах творится история! Не теряй бдительности. Регала может осуществить свои угрозы. Это церемония, а не развлечение. Допадут твои враги. Сегодня праздник храбрости и мастерства. Мятежников ждет лишь поражение. Это
пускай твой клинок всегда блестит. Глядите-ка, защитница вождя, большой. Чужеземка. Не думала, что сам предводитель небесников присоединится к нам. Если на моих претендентов может напасть Регалла, как предводитель я должен встать на их защиту? А может, тебе просто надо сохранить лицо после вала? Осторожней. Острый язык легко порезать, а быстрее копья. Лучше побереги свое копье для воинов Регаллы. Что она делает? Честь и сила!